Привет всем тем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Диана, и я рада вас приветствовать. Сегодня мы с вами приготовим кофейный чизкейк. Для базы нам понадобится 180 грамм печенья и 100 грамм сливочного масла. А теперь нужно измельчить печенье и растопить сливочное масло. А теперь подготовим форму. А теперь вливаю сливочное масло в нашу крошку. И переложу в форму, хорошо утрамбую. А теперь форму отправлю в морозильную камеру на 10 минут, либо в холодильник на 30 минут. Для пропитки коржа нам понадобится 50 мл теплой воды, 1 столовая ложка с горкой растворимого кофе и 1 столовая ложка сахара. Все это хорошо перемешаем, чтобы сахар растворился, и отложим в сторонку. Итак, полчаса прошло. Сейчас нам нужно хорошо пропитать корж. А теперь уберу корж в холодильник еще на 30 минут. Подготовим все, что нужно для начинки. Нам понадобится 500 грамм хорошего вкусного сливочного сыра, сливки 200 грамм, растворимый кофе 2 столовые ложки, сахар 120 грамм, теплая вода 50 мл и желатин 10 грамм. Для начала растворим желатин. Тут у меня немного холодной воды. В 50 мл воды всыпаю кофе. Сюда же добавлю 70 грамм сахара. А теперь мне надо разогреть эту массу. А теперь растопим сахар на маленькой температуре. Сахар растопился. Желатин я отжала. Перенесу его в кастрюлю. Буду перемешивать, пока не растворится. На маленькой температуре. Желатин растопился. Выключу плиту и отложу в сторонку немного остыть. А теперь немного надо взбить сыр и добавить туда кофе с желатином. И взбивать, пока масса не станет блестящей.
Сейчас я переложу эту массу в отдельную миску. А теперь в миску дежамиксера вливаем сливки холодные. Немного взбиваем и потом введем оставшийся сахар. Можно использовать сахарную пудру. Сливки мы хорошо взбили и теперь аккуратно перемешаем со сливочным сыром. А теперь эту массу перенесем в нашу форму. А теперь на 4 часа уберем в холодильник. Чизкейк застыл, приступим к украшению. Тут у меня 200 грамм сливочного сыра, 2 столовые ложки сахарной пудры, 1 столовая ложка теплой воды. Сюда мы разбавим половину чайной ложки кофе. Итак, к сыру отправляем сахарную пудру. Все это хорошо перемешиваем. Сюда же нальем кофе. И хорошо взбиваем венчиком. Какой аромат! Такая прелесть у меня получилась. Кому понравился этот рецепт, ставим лайк, подписываемся на канал и до скорых встреч. Пока-пока!